Тафгай казахстанского Барыса Дамир Рыспаев отстранен от всех предсезонных игр за неспортивное поведение во встрече с китайским Куньлунем. Инцидент с участием Рыспаева произошел на предсезонном турнире Кубок президента Республики Казахстан в Астане это было. На третьей минуте матча с дебютантом лиги китайским клубом Куньлунь Ред Стар. И вот сейчас вы увидите эти кадры. На них Дамир Рыспаев, если называть вещи своими именами, просто планомерно одного за другим избивает игроков китайского клуба. В течение нескольких десятков секунд Рыспаев проходится кулаками по троим игрокам соперника, после чего отправляется к скамейке китайского клуба. Игроки Red Star, кажется, просто оказались не готовы к такой агрессии, тем более, что произошло это в ходе выставочного матча. В итоге словацкого нападающего Куньлуня Томаша Марцинка отправили в больницу с подозрением на, внимание, сотрясение мозга. А наставник китайцев Владимир Юрзинов-младший увел свою команду в раздевалку. Куньлуню было засчитано техническое поражение со счетом 0-5. Рыспаева ждет разбирательство, конечно же.